Дякую, що залишаєтеся на сьомому телеканалі. Лайв-студія розпочинає свою роботу. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Сьогодні відбулася сесія Одеської міської ради. Швидше за все, остання для депутатів цієї каденції. На ній виступив народний депутат України від «Слуги народу» Артем Дмитрук, який закликав міського голову Одеси Геннадія Труханова залишити крісло мера гідно. Якою була відповідь від пана Труханова, зараз дізнаємось у нашій студії. Артем Дмитрук, я вітаю вас. Дякую, що одразу з сесії завітали до нашого телеканалу. Ви виступали 3 хвилини. Я не скажу, що депутати від певних фракцій були зацікавлені вашим виступом, навіть деякі заважали. Я знаю, що ви звернулися і до депутатів, і до міського голови з приводу декількох питань, зокрема, щодо нераціонального використання коштів з бюджету щодо COVID-19. Ну, этот вопрос уже по COVID став по ходу засідання, так як один із депутатів городського совета підняв ту тему, що ми на праздник День города потратили бюджетних денег 3,5 мільйона гривень. А в то же время, на первой волне, когда был COVID, я своими глазами, с нашей командой, с общественниками, с предпринимателями, с одесситами просто, мы ездили по городским больницам, хочу отметить, это полностью подчинение городской власти, и в больницах не было элементарных средств защиты, масок, антисептиков, и что самое страшное, врачи не имели возможности добираться домой и потом добираться обратно в больницу, и были определенные люди, которые обеспечивали им специально маршрутки за свои деньги, организовывали в социальных сетях, в Вайбере, в Телеграм группы, где подвозили медиков. То есть поэтому, и когда Труханов рассказывает полсессии о том, что как он позаботился о медиках, как он позаботился о больницах, и его депутаты из Доверия делам все это подтверждают, это очень смешно звучит. Потому что ситуация очень плачевная практически в каждой больнице, и это факт. И это то, что мы видели. Поэтому мне пришлось поддержать депутата, действующего из городской власти. А что касается, что последняя сессия, так это последняя сессия не просто потому, что по регламенту она последняя. Она последняя для многих депутатов, которые там сейчас есть, для мэра и для работников городского совета. Тому що я думаю, що зовсім скоро їх там уже не буде. Саме тому ви закликали Геннадія Труханова залишити гідно своє крісло, на що була лише, по суті, посмішка. Ну, як тільки я зайшов в здання міського совету від партії «Довіря ділам», я слышав в свою сторону тільки ухмилки, якісь насмішки. Коли я вийшов виступати з трибуни, мені всячески мішали. То есть из зала я слышал всякие неприятные слова там, и так далее. И сам Геннадий Леонидович несколько раз меня перебивал, так сказать, правда в глаза колет. Вот, потому что я говорил на очень актуальные темы, это и кредиты, состояние дорог и многое другое. А на этой сессии все очень просто. Выделяется огромное количество опять объектов коммунальной собственности, больше 38 объектов. Выделяется, решаются вопросы по земельные вопросы, огромное количество воруется земли на этой сессии. Поэтому моя основная задача была призвать депутатов не голосовать за эти решения. Но уже... В самом результате проголосовали. В конечном итоге, конечно, проголосовали. Этому тоже есть объяснение. Это, сказать, последний шанс урвать какие-то деньги с города, своровать у одесситов. Потому что, еще раз повторюсь, что огромное, большое количество депутатского состава в следующем созыве их уже просто не будет. Ви також зазначили, Одеса – єдине місто по Україні, яке набралося кредитів. Ви виступили, пішли, і депутати проголосували за отримання 4-го кредиту на півмільярда. Ви представляєте, сьогодні ми говоримо про те, що Одеса – город, який може повністю себе обезпечувати. Це один із перспективніших городів в Європі. Це красивіший город в Україні. Це город з нереальними можливостями. В городі, в якому можна розвиватися, заробляти, привлекати інвестиції і так далі. А мы находимся на первом месте, но это заслуженно. Мы находимся по взятию кредитов и по количеству этих денег. И Гену это не смущает, он берет кредиты, и сегодня же мы взяли, ну, как вы уже сказали, я просто не досмотрел сессию до конца, взяли еще один кредит. Ну, здесь трудно что-то комментировать, это ужас, и понятно, куда эти деньги идут. Ви порахували, що виходить наразі одесити винні по 4 тисячі гривень з власного кишені? До сьогоднішнього дня кожен одесит по умолчанню вже повинен, благодаря
Труханову 4000 гривен со своего кармана. Стоит сказать, что с предыдущих кредитов большое количество денег уходило именно на строительство дорог, именно одной компании «Росдорстрой». Это компания, которая тоже дружественная Гене, там его коллеги из «Доверяй делам» являются совладельцами и так далее. Но деньги уходят космические, миллиарды гривен. О состоянии дорог, ну понятно, дороги у нас очень плохие. Можно сравнить, допустим, с городами, как Харьков и Винница. Там на дороги уходит много меньше денег, но качество дорог там намного лучше. Качество инфраструктуры, парки, скверы и так далее. Я был недавно в Харькове, и там построили современный многоуровневый паркинг. Это очень хорошо выглядит на фоне веревки, которую Труханов поставил на 13-й Фонтана. И в том месте, где, в принципе, люди должны свободно проезжать и парковаться. Поэтому уровень хозяйственников в городе очень видно. И одесситы должны делать свой вывод и смотреть на эти вещи своими глазами, чистыми, прозрачными, а не тем, что иногда мы получаем из інформації, із СМІ, із телевізора. Ви також звернулися до Геннадія Труханова, сказали, у нього красиві білборди, але, на жаль, та інформація, яка повідомляється, не відповідає дійсності. Ну, на білбордах, во-первых, надо задаться вопросом. Я уверен, что билборды, которые развешаны по всему городу, они развешаны за счет бюджетных денег. Это во-первых. За рахунок тих кредитів, які ми набирали? Ну, скорее всего. То есть деньги, которые есть в бюджете, воруются, потом получаются кредитные, они тоже воруются. Бигборды есть, я подметил, что они очень красивые, но проблема же в чем? Они не соответствуют действительности. То есть сегодня у нас на бигборде у Труханова висит гарні спортивні майданчики та стадіони. Мы смотрим под бигборд, там разваленные площадки, нету ні качель, ні придомовых территорий, ничего. Он пишет о том, что он сохранил исторический центр, реставрация и так дальше. Да у нас в городе за последних полгода рухнуло такое количество зданий, что во всей Украине столько не падает за весь год. Там, или за два года даже. Он говорит о том сегодня на сессии, что они единственная там, вот единственная местная власть при его, когда он мэр, который больше всего смотрят за историческими зданиями. Но это же бред. Любой человек, который сегодня пройдется по городу, посмотрит на наш исторический центр и будет в шоке. Просто поднимет голову и посмотрит, что с каждого здания сыпется, каждое здание рушится, каждое здание падает, каждое здание нуждается в реконструкции. Он лжец, обманщик и, ну... Дійсно, у них основний підхід до житлового фонду, але ми бачимо цей підхід, коли ледве не щомісяця у нас руйнуються будинки в Одесі. Після вашого виступу Геннадій Труханов сказані ваші слова назвав дурницями. Я не знаю, ви це чули чи не чули? Ну, тут очевидно. То есть я вийшов по конкретике, розказав за ряд проблем, з которыми сталкиваются одесситы, которые мы с вами сейчас проговорили. Также мы подняли очень большую проблему. Это ЖК «Альтаир», где с помощью их были данные разрешения, было построено огромное количество домов, где живет больше 20 тысяч жителей, которые сегодня не имеют возможности на территории этих комплексов водить своих детей в школы или в садики. То есть это серьезные проблемы. Огромное количество коммунальной собственности раздается в то время, когда ко мне приходят люди и просят какие-то помещения коммунальной собственности в городе, чтобы проводить там спортивную деятельность, реабилитационную деятельность, благотворительную деятельность. А когда я подаю запросы в горсовет Труханову, мне приходит ответ, что таких помещений нету. Как же нету, если сегодня только 38 помещений было продано с молотка? Труханов называет проблемы одесситам полной ерундой и бредом. То есть для него их не существует. Проблем у нас в городе нет, а даже если они есть, то это все ерунда. Ще один момент. Після вашого виступу деякі люди почали, присутні в залі, почали аплодувати, на що Геннадій Труханов сказав, хто запросив цих аніматорів. Ну, в даному випадку, якщо він назвав мене аніматором, то... Це на адресу тих людей, які вам аплодували в залі. Да? Так. Ну, я думаю, что в этой студии, в зале городского совета, клоун только он. Почему? Потому что те шутки, которые он шутит, они не смешные, и это все обман. Поэтому с его стороны это ожидаемо. Я живу так же, как и то, что он меня перебивал, и его фракция, и так далее.
І також паралельно з сесією під стінами Думської 1 вже традиційно відбувався мітинг. Сьогодні було багато людей, чи виходило до них і чи спілкувалися? Я був возле людей, які мітингують. Та проблемы все те же, и там было на самом деле очень маленькое количество людей, и это очень просто объясняется. В Одессе люди не привыкли ругаться, в Одессе люди очень толерантные, и ну, им какие-то конфликты никогда не нужны. Они всегда стараются решить вопрос как-то словесно и так дальше. Поэтому выходить на митинги, демонстрации – это не в духе одесситов. Но все же уже есть моменты, когда им приходится выходить, это уже крик души. Там были вопросы касательно того, что есть дома, где беспідставно виключають світ, виключають питання і так далі. Є огромне кількість вопросов по рейдерським захватам і бізнесу, і квартир, і незаконного будівництва і так далі. Тому, звісно, люди виходять, люди будуть виходити, але це все закономірно. В місті огромне кількість безпреділу, одесити іщуть, хто їх буде захищати. І тому, звісно, вони виходять і будуть виходити. Дуже б хотілося б після 25 жовтня взагалі такого поняття, як мітинги під час сесії в Одесі, не було. Таких понять, як рейдерство, захват землі, да, будівництво в рекреаційних зонах, парках, скверах і взагалі незаконне будівництво, щоб вони більше не піднімались в нашому місті, тому що дуже мало залишилось у нас рекреаційних зон, парків, скверів, їх потрібно, історичних зданий, і їх всіх потрібно, звісно ж, зберігати і тільки улучшати. Але ні в якому випадку не робити те, що роблять вони. Вони їх уничтожають і використовують в своїх комерційних цілях. Я дякую вам за те, що одразу з сесії завітали до нашого телеканалу. Спасибі. Артем Дмитрук, народний депутат України від «Слуги народу», був у цій студії. Я нагадаю, що сьогодні під час сесії пан Дмитрук виступив з трибуни, звернув увагу депутатів і міського голову на ці проблеми, які наразі є в Одесі. Його постійно намагалися перебивати, як і сам Геннадій Труханов, так і представники фракції «Довіряє ділам». На сам кінець свого виступу Артем Дмитрук звернувся до Геннадія Труханова і попросив гідно залишити крісло очільника міста, на що Труханов лише посміявся. І ми вже згадували мітинги, які відбувалися паралельно з сесією Одеської міської ради. І, власне, найближчі 25 хвилин ми будемо говорити про те, з чим же вийшли люди до стін Думської 1.